Я родилась в Крыму, и в детстве меня часто отправляли туда к родственникам. То есть жили мы в Мурманске, а в Крым меня отправляли на лето. И один раз случилось так, что отправили не летом, а в январе. И через несколько дней после моего приезда выпал снег. Надежда Телюк, дизайнер, признается, что на севере ее удерживают природа, люди и ощущение сказки. И я помню этих крымских детей, которые доставали какие-то картонки, железки, вот все, что они представляли себе, на чем можно кататься, и они по каким-то горкам, по желтой траве, перемешанной с этой грязью, катались и были абсолютно счастливы. Я смотрела на все это дело и не понимала, чему они радуются. И снега-то, в общем, нет. А потом, когда они спрашивали меня про Мурманск, я им говорила, ну вот, да, там много снега, там не бывает дня зимой. Они всему этому верили, и я для них была каким-то жителем сказочной страны. Я люблю рыбалку, когда у меня спрашивают, почему я не переезжаю в Питер и в Москву, там много денег, много возможностей, а как я туда перееду, там не клюет. Ну, допустим, закину я спиннинг в Москву-реку, и что я оттуда вытащу? Здесь мои друзья и люди, которых я очень давно знаю.